Da. 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 Здравствуйте, добро пожаловать. Добро пожаловать в Молдову. Меня зовут Лена. Может вам помочь? Спасибо. Я ее понесу, но цветок, спасибо. Мы команда, которая будем снимать о вас фильм, о вашем пребывании здесь. Пройдемте. Фильм? Да, фильм, конечно, о том, что вы приехали в Молдову обратно. Мы очень рады. Ой, да, как приятно, конечно. Хорошо. Можно вас попросить чуть-чуть пиво понести? Да, недалеко от меня, потому что... Да, пройдемте. Мы так не знаем. Да, как тепло у вас оказывается. Да. Как долетели? Легкий полет. Легкий полет, серьезно? Да. А сколько часов полета было? 11,2, ну 13, 14, ну это ничего стоит. Себе. Такую весну посмотреть. Ну еще бы. И быть. И когда принимает такая красивая девушка ну, с цветами, ладно. И все. Круглая луна. Серьезно? Да, я вчера. Не замечала. Поэтому вчера, поэтому сегодня вот начинается, как мы зарождаемся заново. Это очень символично, да, с да, учетом того, что вы приехали. В то, что мы хотим. Ну. Ой, какая красота. Да. Чего-то убегал, то ли я к чему-то шел, чего у меня здесь не было. А вы нашли то, к чему же? Да. А что это? Предположим. Ну, здесь вот... Очень красиво. Как бы так, как оно и было. По идее. А вот эта церковь? Она была. Она всегда была? Она была. И, то знаешь, есть... так чисто, красиво. Да, у нас некоторый спор стал покруче в Кишиневе. Все поубирали, сделали красоту. Значит, это тот. Значит, это все правильно. А 37-я школа где-то там? Где 37-я школа? Наверное, да. Где-то там. Но это далеко была 37-я школа. Вы развелись со своей женой, а да. спутницу новую нашли? Пока нет. Нет, как так? Нет, но... Такой человек и без сопровождения женского. Как так? Для души пока не нашел. Ага, для души. Для души пока не нашел. Ну ничего, я думаю, что в Молдове вы много души найдете. Добрые лица. Почему-то. Да? Мне Уже кажется. То есть нет такого, например, вот там есть в Европе, вот там даже в той же Германии, они все такие, они все ходят такие, вот такие. А здесь они, вот первое чувство, что народ, ну, люди вот открытые чуть-чуть, так чуть-чуть открытые, да, лица открытые. Ну, как раз сейчас на моей работе дойдем. Не, наоборот. Так приятно с вами разговаривать, с вами общаться. Вы такие интересные вопросы мне задаете, неожиданные. Давайте выпьем. Давайте. Мне кажется... Именно для этого в Молдавию приехал. Мне казалось, что я приехал по каким-то там другим причинам. А на самом деле так вот приятно с вами познакомиться. Я рада, что вам приятно. Я очень рада, что вам приятно в Молдове. Мне было бы очень интересно у вас узнать про вашу карьеру. Как она начиналась? Вы всегда мечтали заниматься тем, чем занимаетесь?
Я работал на авиационной компании в Нью-Йорке. С моего 5-го этажа я видел внизу, было одноэтажное здание кирпичное. И оттуда входили и выходили девушки красивые. Да уж что. Я не знал, что это. Пошел записываться, смотрю, а это актерская школа. Серьезно? И так у меня получилось, да. То есть я начал заниматься актерством абсолютно случайно. И вы решили потом поменять так кардинально? Ушел из, да, из инженерного. И говорит, вы случайно не из России, у вас русское лицо. Я говорю, ну где-то так. А нет, кого то есть вы я наблюдаю, я играю большого русского там какого-то бандита. То есть я взял сигару, ну потому что одно слово просто, знаешь, уже. И я к нему сигару добавил, я так сигару внимаю, говорю, amazing. Очевидно, я так это слово сказал, что они меня пригласили обратно, пригласили меня опять на эти съемки, и я уже играл главную роль в трех их следующих фильмах. Mm-hmm. Вам больше играл много, ну, играл много бандитов, ну, комедии тоже, комедию играл, тоже русские. Но это было здорово, потому что я как научился строить сет, я писал сценарий, я работал с камерой, я работал со всем. Так интересно. Ну, опять про меня. Ну как? Ну, мне вот про вас намного интересно. Et l'amour, et reviens-moi tout nu sur tes ergots, comme je t'ai connu quand on était jeunes, et qu'on n'avait rien sur le dos. Et l'amour. Я так понял, дорога на самом деле меня вела к вам. То есть я должен был пройти через авиацию, через актерство. Из России тоже. Можно ты? Конечно. Мы же столько вдвоем провели. Конечно, можно. Ты меня смотришь, я тебе верю. Почему? Может, правильно, может, неправильно, я тебе верю. Ну, какая-то чистота у тебя, ты какая-то чистая. Мне так приятно познакомиться с тобой. Ой, мне тоже. А это не он? Это он, подожди. Это он. Это он. Ты как? Ты живой? Ты живой? Вроде живой. Ноги, руки. Еще не замерз? Я сейчас. Вы поезжайте, поезжайте, я приду. А это? Ты же ради этого приехал. Ты забыл? Пойдем.
Срочно возвращаемся к Кишиневу. А что такое? Почему? Документов нет. Наверное, украли. Ну, давай поехали быстрее. Что такое? Эй! Вау. Что? Да, товарищ начальник. Предъявите документ. А это? У меня украли. Это наш гость, у него украли документы, мы едем за ними сейчас. Гость откуда? Из-за границы, издалека. Ну-ка, выйди, пожалуйста. А что такое? Руки на капот. Руки Серьезно? На капот, руки на капот. А чего? Развернись. Сейчас разберемся. А ты куда идешь? Я с ним. Очень хорошо, пусть он фиксирует. Это кто? Это оператор, он все снимает. Скажите, чтобы он фиксировал, очень хорошо. Ну ладно, хорошо, иди вперед. А куда мы идем? Идем куда надо, мы сейчас разберемся. Какие объекты он выслеживает, какие явки у него, кто у него здесь резидент в селе. Все снимай. Коровы исчезают, свиньи дохнут. Трактора у нас ломают. Из-за кого? В гостинице, наверное, потерял гостинице. Документы. Сейчас все узнаем. А можно, телефон у вас есть? Давайте позвоним. Не можно. Все, ты сейчас арестован. А они такие крошечки, давай. По реке плывет топор из села Кукуева, а ну и пусть себе плывет на железяка, значит. Сам понимаешь, какая, да? Ладненько. Сейчас мы все выясним. У нас сейчас состоится с тобой разговор по душам. Так, ну ладненько. Руки. На колени, я хочу видеть твои руки все время вот здесь вот на коленях. Пожалуйста, держи. Держи. Давай. Имя, фамилия, отчество. Борис Ли Крутонок. Ли? Что за имя такое? Я в Голливуде работаю. В Голливуде? Я ж так и знал. Ты американский шпион, да? Да не шпион я. А как бы тебе это сказать? Ну, я специализируюсь на американских шпионах. Ты не первый, ты не последний, который тут сидишь. Поэтому у меня к тебе вопрос. В чем цель твоего приезда? Молдова очень красивая страна, с очень красивыми девушками. Я, по идее, приехал найти себе девушку красивую. Ты мне лапшу на уши не вешай! Вот скелеты трех американских шпионов вот там за колонной стояли, я могу экскурсию тебе сделать. Продолжай мне лапшу на уши вешать, и ты станешь четвертым. Поэтому повторяю тебе вопрос. Ну, еще по одной, по другой причине приехал. У меня родной мне человек, его семья попросила, чтобы я развеял прах на еврейском кладбище. Да ё-моё, да ты за кого меня имеешь? Я генерал МВД, ты понимаешь, что это значит? У меня душа болит, когда мне врут. Да я мне честно. Мне больно, мне честно. У меня за страну душа болит. У нас вон трактора в селе стоят 10 лет. Запчастей нет, я думаешь, не знаю почему.
А крупный рогатый скот куда делся наш? Я украл ваш рогатый скот. А кто? У меня все, что мне не нужно воровать ваши вещи. Я понял. Извините, пожалуйста, но это просто неразумно. Я, видимо, ошибся. Но, богатенький американский шпион. Да не я не к этому говорю, что я богатенький. Просто мне это не нужно. Да, ну понятно. Тебе столько денег заплатили за твой шпионаж, что тебе это не нужно. Ты всю жизнь свою потратил в погоне за деньгами. Дом, Порше, говоришь, да? Ты считаешь, что так надо жить? Вот это вот есть твоя жизнь, в этом есть твоя суть. В этом есть ты. В этом есть смысл жизни. Это все ничто. Это все труха. Это все дерьмо. Вот есть у меня такая берданка. Вот как ты думаешь? Вот сейчас вот мы сидим с тобой тут, ты да я, все твои Порше вместе взятые, все твои дома, все твои банковские счета. Вот сколько они стоят по сравнению с этой берданкой? Сколько вам нужно? Сколько вам нужно? Правда. Мне нужен ответ на очень простой вопрос. Ты кто? Ну, понятненько. Я думаю, что время вопросов закончено. А сейчас время ответов наступило. Время приговора и время его исполнения. А там твои трое коллег. Ты четвертый. Я приговариваю тебя, сука, американская. Расстрелу! Что вы... свое лекарство. Я еще с тобой поговорю. Пойдем. Рима, это американский шпион. Остановись. Thank you.
Avem și prăjiturile, avem strânschia personal de mine din grădină de dimineață. La fel, totul este pregătit în deosebire pentru dumneavoastră. Este atât de bun. Какая красота, смотри, какие цвета. Свеженькое все такое. Огурчики, там помидорчики. Какие люди! Огурчики, какие люди. Присаживайся, присаживайся. Садись, дорогой, садись, садись. Борька, Борька, здравствуй. Здравствуй, дорогой, ты как? Как ты себя чувствуешь? Борь, откуда ты такой? Ну, что-то я начудил вчера. Я не помню точно. У нас с тобой что-то разговор, я помню. Я не помню точно, что произошло. Но у меня впечатление, что она в чем-то как-то помогла и тебе. Эх, чего только в нашей жизни не было. Да, старенькая, помнишь? Да, да, да. Ну вот у меня осадок немножко остался после вчерашнего дня. Давай мы его как-нибудь замоем. А, Римочка, налей нам, пожалуйста, по пахарчику. Ну, мы сейчас должны выпить. Все надо ли, папа? Ну, достаточно. За нас с тобой. За нашу дружбу. Пей, сынок. Хорошо. Вкусно. Отошло немножко. Знаешь, я выпил, у меня осадочек сразу же пропал. Мне тоже легче стало. Мы сейчас можем по-человечески поговорить. Это вчера это не был разговор, это был какой-то такой всплеск эмоций. Не то, не то. Это не мой стиль вообще. Ты не такой. Я не такой совсем. Вот ты такой. Я такой, я такой, я такой. Да, Днестровская. Я думаю, выпьем за ангела. Нашего. В белом. Да. Ну ладно, Римочка, давай мы тебе... За необыкновенную еду, которую ты приготовил. За хозяйку. Хозяюшку, можно сказать. А ты козочку попробовал? Нашу местовскую? Сейчас попробую. Так приятно здесь. Ты знаешь, такой воздух чистый-чистый. Все здесь просто. Некуда спешить. За нашу простую мудрость. Конечно. Блин, ладно. Машину слышишь? Это, наверное, за мной. Спасибо вам. Ну, чувачок. Давай. Уезжаю. Спасибо тебе, ангел ты мой. Thank you.
здоровья. Положи, положи. Вот это жизнь!